Сегодня мы пришли на рыбалку. Мы собираемся поймать самую большую рыбу, зеленую. Кто запер ящик с приманкой на все эти замки? Слушай, как ты думаешь, какая там приманка? Червяки. Червяки. Кто-то запер червяков на 12 замков. Мы сегодня не помогаем ловить рыбу, а спасаем червяков. Хорошие денечки. С нам. Папа. И дочки. Друзья, разработчик всегда смотрит, сколько вы поставили лайков под видео 12 замков. Поэтому срочно ставьте лайк, а мы начинаем. Смотри, он куда-то смотрит. А, он туда. Все нормально. Вот, смотри, он смотрит не туда. Видишь, куда-то вверх смотрит. Опа, на меня смотрит. А теперь вниз. Прикольно. Так, тащим рыбу. У него... Что? Ой. Ничего нету. Так, домик на воде. Дергаем рычаг. Кирпичи. Сносим кирпичи, ребятки. Ломаем, ломаем, ломаем. Успеть. Не успел. Памс. Есть! Ура! Ух, да, первый ключ. Ребята, буквально 5 секунд и первый ключ. Лестницу. 9. 9? Точно, цифра 9. Мы запомнили цифра 9. Уточка. Кряка. Мостик. 4. Где? А, 9. Розовая, 4 зеленая, дальше сами подберем. Да, ты молодец. Это не то. 9 красная, значит. Красная? Да. 9 красная. 4 зеленая. И внимание, ребята, взлом игры. Взлом игры. 1. Нет. 2. Нет. 2. Да! Есть! Мы взломали игру. О, приветик, а ты что тут сидишь, малышка? Переходим сюда. Так, маяк. О! Вытащили ключ, и он чуть не утонул, ребята. Мы успели вытащить ключ. Что, еще там что-то есть? Нет? Нет. Нет. Дальше, здесь. Корабль. 85-14. Верно, 85-14 это вот этот замок. А, изи просто, душ. Так, нет, сюда мы потом придем. Сюда. Корабль. Вот. Шляпка. Тынс. О. А, это что? Это возить надо так. А, надо, получается, красную в красную, зеленую в зеленую, синюю. Да, здесь, по-моему, все просто. А можно мне? Красную сюда. Да, Ришка, я сейчас сделаю быстро. Да, я тоже хочу. Да, я знаю. Так. Значит. Ну, я знаю, куда что надо ставить. Да? Молодец, да. Какая. Ты такая молодец. Папа, обратно что? Вверх там синюю можно. Что? Синюю можно? Поставить. Нет, здесь надо просто, видишь, занять нужные места нужными штуками. Теперь зелененькую положим пока вот сюда. Заберем фиолетовую, поставим фиолетовую сюда и зелененькую вернем сюда. Есть! Изи! Так, все, прошли. Очень легко. Очень. Якорь. А? Крутим его просто. Да, я тебе дам, Аришка, обязательно дам. Ребята, у меня Ариша все время хочет отобрать этот управление мышкой. Да. Так, ну что мы? Опустили якорь. А дальше подняли. Теперь поднимаем. И там ключ. О! Это какая, что за какая-то ботина? Водоросля. Так, ловим, ребята, у нас настоящая рыбалка на якорь. Так, спускаем якорь, до конца спустили, подняли, поднимаем. А, можно не обязательно выходить. Ты думаешь? Да. Ботинок. Нам не нужен ботинок. Не нужен, спускаем. Поднимаем. Поднимаем. Ключ! Давай 5, отлично, рыбалка удалась. Яблочки, ой, кувшинки. Кувшинки, щелк-щелк. Яблочки. Давай попытаемся найти та, которая отрывается. По-моему, что-то оторвалось. Лягушка тонет. Лягушка. Круг спасательный у нас есть. Лягушка, на. Есть. Ариша, ты молодец. Ты настоящая спасительница лягушек. Они тебе скажут ква. О, это что? Вот. На, так. Поиграй ты. Осьминожка, рыбка. Рыбка. Отлично. Осьминожка. Отлично, как быстро мы. Зеленая, красная. Зеленая. Ой. Да, отличненько. Красненько. Это фугу. И вот это вот. Все, молодец. Быстро тоже
пару секунд и это готово. Что? А это какой-то ребус. Это... Надо подобрать. Может, вот так. Потом вот так. Не, давай я покручу. Такс, такс, такс. Вот, здесь совпало. Здесь совпало. Здесь совпало. Готово. Ой. Памс! Ты мне очень помогла? Два. О, двойка нашлась, но она нам уже не нужна. Приветик. Все, мы пришли по кругу. Давайте откроем все ключи, которые мы нашли. Так, мы еще лестницу не использовали. Да, не использовали. Зеленый, салатовый, красный, синий. Голубенький. Два замка осталось. Значит, так быстро. Лестница для... Для яблони. Да, собираем яблоки. Ага. Дай. На, лови червяков. А, надо доставать, наверное. Ну, давай. Ты щелкни по яблоку. Нет. Теперь другого червячка щелкни. Так. Понятно, так, так, упси. Так, так, да что ж такое, упси. Так, упси. Так, упси. Надо запомнить, где они первые вылазят, ребят, так, 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 фу, ура! Тут, поняли, да, что делать, ребят, тут нужно засечь, ого, червячок, засечь, какой червяк вылазит первый, второй, третий, четвертый, пятый и повторить. Это очень сложно. Сначала достанем приманку. Так, засунем червячка. Ты же спасительница червяков. Ты зачем его утопила? Выловил рыба-ключ. И остался последний желтый. Да, желтый остался. Что-то мы еще не сделали. Какой-то мост. Мост? Нет, да. На мосту уже было. Так. О! Так, мы берем кувшинку и тянем. Не сработало. Другую. Третью. Дальше. Еще одну. Эти не тянутся. О! Мы тыкнули в нос это... корабля, а тут какая-то штука. Печенька. Руль. Крутить надо, да? Дай мне покрутить. А зачем? Зачем? На, покрути. Может, ты что-то накрутишь? Лампочка. Куда воткнуть лампочку? Да вряд ли на кувшинку. Так. А, в маяк крутить. О! Все, последний ключ. Интересно, да. Зачем кувшинки такие? Кувшинки просто по приколу. О, и там замечательные червячки. Ура, ящик открыт! Посмотри, какие милые червячки. Теперь они будут нашими питомцами. И мы будем с ними играть. Время игры 8 минут 50 секунд. Что? Играть с червяками? Питомцы-червяки, ребят, я такой первый раз вижу. Влад и Ники, я с вас удивлен. Так, друзья, смотрите, следующие карты, которые мы будем проходить. Это большой кот и шарики. Да, какой-то праздник. Потом какой-то... какие-то питомчики. И выйдет в сентябре. Игра, ребят, уже вышла. Я уже узнал, что она вышла. Я просто не обновлял. Если обновить, она уже появилась. Но чтобы до нее дойти, нужно сначала вот эти пройти. Поэтому вы подпишитесь на канал, чтобы не пропустить, как мы проходим вот эти уровни. Тот уровень. И еще я знаю, что еще кое-где вышло обновление. Но я скажу вам об этом в следующий раз. А вы сегодня были на канале Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были папа и я, дочка Ариша. Хорошие денечки. С клоном Папа и Дочки. Всем пока.